Я Жанка Англичанка, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я пройдусь по магазинам во Флориде. Это Prime Outlet называются эти магазины. Здесь их очень много. Буду показывать. Сегодня очень жарко. Не знаю, что я там записалась, нет. Вначале. Так, не знаю, с чего начать. Здесь очень много магазинов, это такие магазины, все они под открытым небом. Так, сегодня пятница, должно быть, наверное, много народу, хотя не так, не столько много, сколько выходные дни. Так что, должно быть, не так загружено. Сейчас я поснимаю, там, где я буду шопиться, буду останавливаться. Так, вот здесь... Адидас. Ну, это аутлеты. Здесь, скажем, немного, все намного дешевле, вернее всего, даже немного, намного дешевле, чем в больших супермаркетах. Не супермаркеты, а больших торговых центрах даже, скажем так. Так, ну вот один из магазинов, Love Couture. Хочу туда пойти, вот сейчас я туда зайду, посмотрю. А следующий магазин будет Forever 21. Так, не знаю, любят они здесь снимать или нет, но, в общем, я здесь остановлюсь сейчас. Идем. Я все иду. Не знаю, что-то. Два магазина зашла в своих любимых, ничего что-то мне не понравилось. Иду дальше. Может, что-то все-таки найду. Что-то прям мне в последнее время вообще ничего не нравится. Это детская одежда. Сейл. Так. Так, обувь. Пойду обувь посмотрю. Здесь что? Не знаю. Что-то мне надо и обувь какая-то, и обувь некрасивая, не знаю. Одежда какая-то некрасивая. Что-то мне в этот раз вообще ничего не нравится. Что какая-то вредная совсем я стала. Ладно, пойду смотреть обувь. Приглядела себе кроссовочки. Но они какие-то большие. И неудобные. Прикольные, но неудобные. Ну как на них ходить, не знаю. Сейчас смотрю себе кроссовки, хочу хорошие, прикольные. Что-то мне никак они вот... Неудобно. В общем, такая обувь. Неудобная. Окей, топаем дальше. Опять зашла в магазин, померила. Даже снимать не стала, только плохо все получилось. Диснеевский магазин. Мне туда не надо. Постил сумочки. Тоже пока, наверное, не надо. Идем дальше. Гап. Тоже не надо. Вообще, зачем я сюда приехала? Ничего мне не надо. В общем, я внутри магазина не показываю, потому что, я думаю, много уже в интернете есть все эти магазины. Вообще, в Европе они не любят, когда снимают внутри. В Америке вроде как не ругаются, но все равно мне как-то не особо так удобно заходить, это все снимать, показывать. О, такая площадочка сейчас. Здесь можно пофотографироваться. Все, кто приезжает, здесь фотографируются обычно. Тут такое болотце, прудик это как бы. Ну, вода здесь стоит. Такая. О, время можно посмотреть. 20 минут второго. Мало народу? Я думала, много будет, но, в принципе, понятно, почему. О, сейчас вот попробуем. Здесь что-то можно попробовать. Hi! Thank you! Yeah, you have a good day. Во,
Видно? Нет. Это замерзший йогурт. Хорошо, сладенько, съезжает. Так, дальше идем. Что у нас? Вот трамплинчик для детей. Развлекают детишек. Так, пойду спрячусь я в тенек, потому что очень жарко. Все, мой йогурт замерзший. Кельвин Кляйн. По-моему, наши российские туристы очень любят туда заходить. Все. Дальше идем. Кельвин Кляйн. Ну, тут все время пристают. Я думаю, как везде. Что-то предлагают все время. Туалетная вода. О, все для дома, магазин. Идем дальше. Туристы. Очки. Магазин. Джон Нью-Йорк. Такое, не знаю, женское, по-моему, в основном. И что-то опять предлагают. Опять обувь. Так, не знаю, куда мне теперь еще зайти. Так, вот обувь. Вот, ну, не знаю, нет обуви здесь симпатичной. Вот, что это за обувь? Посмотрите. Она, конечно, может быть и удобная, но очень некрасивая. Куда в такой обуви пойдешь? Для бабушек только. Что-то я сегодня критичная такая. Обидели меня. Нет ничего, не нравится мне ничего. Наверное, после Европы очень трудно здесь ходить. Хоть цены и низкие совсем, по сравнению с Европой. Но что-то вообще ничего нет. Ничего приличного. Симпатичного ничего нет. Не знаю. Жалуюсь я, да. Вот. Так, большой такой торговый центр. Не торговый центр, не знаю, как назвать. Магазины. Аутлеты, там, где все дешевле. Вот ГИЭС, например, здесь будет опять же дешевле, чем в самом большом этом торговом центре ехать здесь. Много больших торговых центров там будет, это все дороже. Здесь намного все дешевле. Это считается, что вроде как напрямую с фабрики что-то вроде этого. Поэтому дешевле. Ну, в основном здесь туристы. Такое место туристическое находится у нас на одной из туристических улиц iDrive. International Drive. Ну, вот тоже, пожалуйста. UGG, Австралия. Вот обувь. Не знаю, мне не нравится обувь. Здесь очень трудно найти что-то такое, чтобы понравилось. Ну, ГИЭС. Он и в Африке ГИЭС. Что там снимать? Думаю, так всем все понятно. Ладно, дальше идем. Детская это. Очень много детской одежды. Так. Вот это вот, даже здесь, это вот очень дорогой магазин. Fifth Avenue. Пойду посмотрю, может быть, что-то интересное найду. Не знаю, 30-50% скидки. Все. Пойду в этот магазин пошел. Идем дальше. Такой фонтанчик. Так, это, наверное, ГИЭС. Прям на улице вывешивают. Так, ну да, это ГИЭС. Уже не хочу туда идти. Лакоста. Так,
Кстати, на джинсы. Джинсы вот я хотела сегодня посмотреть. Не знаю. Это все какие-то такие. Не хочу такие. Идем дальше. Сумочки. Коуч. Вот сколько магазинов показано. Заблудиться можно. Посмотреть просто, какие тут сумочки у них. Коуч. Ну что-то не нравится мне все. Не нравится. Так, что у нас здесь? Вот смотри, а шорты есть тоже. Хотела я шорты тоже посмотреть сегодня. Ну что-то не найду ничего. Вот такие шорты. $50. Купи одни бесплатно. Что за цвета? Какие-то. Никакие. Такие тоже полубриджики. Так, ладно, дальше идем. Что тут? Скидки, 40%. Так, не знаю, может зайти посмотреть. Черное-белое. Пойду зайду. Люблю черное с белым. Пойду посмотрю. Может, у них что-то найду. Так. Получается, зря приехала. Ну ладно. Прогулялась зато. Еще по пути сейчас заеду в какие-нибудь магазины. Это итальянский ресторан. Так, здесь у нас опять такое место такое для передышки с фонтанчиком. Ладно, поеду дальше. Еще заеду по пути в какие-нибудь магазины. Что-нибудь, может, все-таки найду. Вот до этого я вот на той стороне останавливалась. Видно, тут мостик. Все. Сейчас уже выйду на стоянку и поеду. По пути еще мне попадутся там магазины, еще зайду в них, посмотрю, может, что-то все-таки найду. О, вот это вот анти-анс. Ой, вкусные какие здесь делают плюшечки. Вообще прям балдерия. Супер. Но я сегодня не буду есть, потому что я как бы на диете. Я всегда прохожу, облизываюсь просто. Вся в слюнях. В соплях. Настолько это все вкусно. О, Yankee Candles. Очень классные. Обалденные. Пахнут, по-моему, самые лучшие свечки. Даже на сейл $10. Классные свечки. Очень нравится запах. Очень модно стало замороженный мороженый йогурт и есть вместо мороженого, потому что вот как раз прохожу к Kingsbury, обычно там стоят тоже с бесплатными пробниками, потому что в них меньше калорий, чем мороженое. Вот так-то. Columbia Sportswear. А, на этой стороне у нас еда. Там food court. Там разные фастфуды у нас. Hi. Orlando. Это у нас для
для поясков пряжки отдельно продают. Hugo Boss. Так, теперь мне только надо найти, где я запарковалась. Там Aldo тоже магазин с обувью. Ну, пойду, наверное, еще в Aldo зайду. Аэропостель, может, еще тут. Вот еще остался у меня вот этот кусочек пройти магазинчиков. Там также у нас магазин кожи. Сумки кожаные, все, туда еще зайду. Вот. И все, наверное. На сегодня хватит. Ну, вот показала вам такое основное такое место, где шопятся туристы, где дешевле всего. Аутлеты, разные дизайнерские, брендские шмотки можно найти. Ну все, всем спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь, впереди еще много всего интересного. С вами была Жанна Кобличанка. Всем пока!